Ну, все. Это точно не какие-то... Ты их пасеку там и просто ограбил? Да нет. Ну все, ты попал. Блять, у меня типа заклинило. Он крутится как этот, блин. Мельница. У тебя нормально? Посмотри. Да, да, да. Нормально, да? Он стоит, на просто стоит, смотрит в одну точку. А, не-не-не-не-не. Бля. Вот вход здания у меня. Да-да-да, вот они, эвакуационные. Приблуды. Ой, сейчас как ебанет. Разве? Да. Еще прибегут сюда. Сейчас еще бахнет. Ой, там еще дважды. Ой, хорошо. Нормально, кстати, бинокль смотрит у вас? Или есть какие-то проблемки? Немножечко, так сказать, есть. Смотри, смотри, что делать. Не, у меня ненормально. Как он ползет по этим. Едь вообще. На цыпочках, короче. А. Павук такой, чисто павуки такие ползут по этим. Ну, что они от тебя хотели? Кстати, я что-то только что понял. Вы знаете, на какой-то чел похож? Дэвид Белл. Да. Это он и есть. Это он и есть, да? Да, да, да. Вот тут где-то прям походу. О, полетел, полетел, полетел. Блять, прямо ко мне. Кто куда полетел? Чё там, в дартс играешь? Нет, он говорит, тебе что, нечем заняться? Отойди, пожалуйста. Я принципиально не отхожу. Он прям смотрит на тебя. Ждёт, ну пожалуйста, отойди. Ну, вот... Он моргает, блять, он реально жив. Он живой. Он... У него, видишь, как голова повернута наизнанку? Он такой лежит, такой моргнул, такой говорит, надоело тут торчать, говорит. Джек и Джо в башне, они собираются ее взорвать. Я первый. Этого нельзя допустить. Башня заминирована. Обезвредь заряды. Быстрее! Что, прям искать заряды? Так я же снимаю их, не замечал? Я два штуки снял. Я вообще снял перки прокачивать. Потом штаны выбирал, которые одеть. Какие заряды? А штаны тут новые выпали, бля. Башня, что вы хотите вообще тут? Штаны надо в плану взять. Там просто под вами 10 зомби сидит в комнате, спит. А, ну, отдыхают. Ну шо ты, блин, старый БДСМщик Терентий. Лютый самогонщик. Как ты нашел мой тайный проход? Блять. Тайный проход. Как ты двусмысленная фраза. На тебе не повезло, приятель. Уголек такой стоит. Это за Джон Вик, бля. Ну так домой захотелось. Ну он же, видишь, весь в этих. Ну они же опыты проводили. Нет, Мэтт, ты подставил меня. Я чуть не упал. Значит, ничего не делали. Смотри. Взял этот. Выстрел, не трогайте их, не трогайте их. Не трогайте, не трогайте. А если зомби будут? Да? Да-да-да. Вот теперь можно.
они еще и как бегуны считаются. Ну, в принципе, по-моему, разговор закончен. Ну, вот и поговорили. Ну вы ебанутые. Вот это законченное предложение. Убить его, говорит. Смотри, блядь, сюда, чел. Смотришь? Прошу всех покинуть комнату. Ты ж убьёшь, меня убил. А это что, взорвалось? Потом, резните? Да. О, опять, теперь я. Резните. Где ты? Ты лежишь прямо в трупе, блин. Уйди. Я понимаю. Где там этот разговорчивый? М? Как тебе? Нормально, блин? Надумал победить мясника с помощью радио? В некотором роде. Сигнал позволит мне охватить куда больше людей. Поставить Бузову на репите просто и всё. Улучшится. Ага. Мне кажется, еще больше зомби появится. Вальс там сидит, там музыка играет. Мало половин, мало половин. И он хватается за голову, орет, и голова взрывается. Нет. Ой. О, катана. Самодельная граната. Катану сюда. Ты ли он? Так написано на моем жетоне. Кеннеди. Где остальной отряд? Их убили. Бля, чё он похож, что ты делал? Так и заканчивается моя история. Не говори так. А ты смотрел фильм «Дракон Сити»? Нет. Я посмотрел. Крис. Ну и как? Леон один в один похож, как в играх. Да, как это, испанец кучерявый. Угу. Космически. Кстати, он реально похож. Смотри, мы даже форму такую же нарисовали. Броник, типа. Ну, видимо, отсылочку сделали. Да, отсылка по-любому. Не, он в чате пишет, что это типа до этого. А вот и этот, походу, Крис, прям. Ред тут. Погодите, надо полутать, мне кажется, не? Армейский жетон Криса, я же говорил. С него забрал? Ну. Ну-ка, вообще написано на жетоне. Армейский жетон Криса Редфилда. Что-то не нравится мне. Своей болячкой. Ковид, походу. Бля, вот при таком освещении это реально прайс, вот просто. Mm-hmm. Да ты смотри, он даже в один в берете, все остальные. У него даже разгрузка такая, похоже. Uh-huh. Простенькая, как у прайс. Эй, парни, хотите прикол? Mm-hmm. Сигары не хватает. Забей. Хотя, знаешь, я лучше выбью из тебя то, что мне нужно. Так и думал. Ну да. Ты в смысле? Чел с деревянным копьем, ты уверен? Активировали, и здесь я тогда видел ящик, говорил, назад, типа на дед. А куда нам? Откуда я лечу? Вот груз. Рядом контейнер с ингибиторами. А мы его, по-моему, забирали, нет? Нет. Вероника, и? Здесь целая толпа зараженных. Черт. 4 штуки. Надеялась, там уже никого. Ты ошиблась. Не знаю, прорвусь ли. Ой, нет, наверное. Может, отменим все. Хрен с этой сестрой, блин. Главное, не останавливайте. С кем не бывает. Как без меня? Слышишь? Иди, тебе сейчас четко сделал. Че ты сделал? А, я понял. Игра не дала мне сделать четко. Сучка такая. А видно, что я делаю? Просто посмотрите на меня. Ну, висишь на машине. Да, она типа заезжала в гараж. И я типа успел вот так именно с парашюта спрыгнуть и вот так типа зацепиться за нее. И вместе с ней туда, короче, заехать. Но игра такая, нет, она уехала без тебя, ты не успел, типа. А ее нет, насквозь как... пролетел. Да, насквозь не проходит. Она забаговалась, походу. А она уехала туда, внутрь. Она у вас тут стоит, что ли? А она уехала внутрь туда, заехала, капец.
есть одно большое отличие. Сейчас, согласен. Как-то. Алло, уважаемые, пройдемте. Так, так, так. Да закрывай вместе с Мэттом, пойдет. Будет. Она как закрывается? Тут нет рычагов. Будет 5 зараженных. А, само автомат. Ага. Че, погнали? Клон надо найти или что? Ну да, прикольная такая ссылочка. И как мы вот могли бы догадаться, что вот эта дверь откроется? Вот как мы должны до этого были догадаться? Вообще непонятно. Ты бы никогда бы не догадался, с кем мы будем иметь дело. В смысле? Он там вот сидит. В смысле, блин? Что? Послушай. Тихо. Тихо. Ты говоришь? Что за херня? Говорящая курица? Я прям на том этаже, на котором надо куда нас перевести. Блядь! Чем кабель полетели? Поднимай! Я прям идеально туда упал. Мэтт, прыгай, вот я поймаю. А, ты летишь? А, ты с кабелем летишь, что ли? Да. Летить? Он еще и прям так обвился вокруг колонны, да, такой, ля, да, физика, да. Прям такая. Короче, ну-ка, что тут? А, ну это вот. Типа всех игр, типа Call of Haras, это тоже они делали, да, что ли? Да, тоже да, студия, да. Да? Ну вон, смотри, холодильник, например, открываем. А, там вот это что? Черная палочка, это оно? Подожди, ты, Мак, еще должен сесть. Вот. Я же сел. На пол, Мак, на пол. О, а теперь появилось что-то. Поменяется логотип Теклом. Еще потом. Просто сиди. Ёпта, они так страшно появляются, крипово. И просто кидается, да? Да, и просто кидается. А, она прилетает обратно. Ага. Это же как, типа... Молот Тора, блин. Такая сковородочка. Это, видимо, надо поближе. Ну да. Нормально. Вам видно? Поджигает или что? А тебе не видно, как я типа стреляю по ним? Я вижу, ты палец берешь, как типа пистолетом. Ну. А, все, я вижу. И он разными эффектами поджигает их, да? Яд, огонь он. Угу. Ват. Бля. Ну, здесь надо было просто гуточек поставить, кабели. Ятич, бля. Пентаграмма нибудь какая-нибудь? Да. Да, это пентаграмма, это очевидно. Это пентаграмма из кабелей. Да, да, видно. А что тут внутри? Добро пожаловать в ад. Держите линкора, чтобы прицелиться из пушки. В смысле? Как прицелиться-то? Вот это колесо. Как стрелять-то? Колесо у тебя на единице, но не Ctrl, а колесо нажимай. А. Упаси, это ко мне. Кран? Прям на кран? А, я, кстати, лазил на этот кран. Я так и не понял, типа. Я кстати, был на его верху. А я не залез. Блять! Блять, нет! Ясно. Что такое? Надо прям на вершинку крана залезть или что? Да. И там какая-то хрень, или что? Потому что я был, потому что на нем, и там ничего не было, когда мы проходили вот этот участок игры. Нам нужен этот кран.
Ох, сейчас как упаду, как плюхну сейчас. Это нормально залетело. Еще тут куда? Это и есть испытание. Подойди, что нет, мы не тэпнемся. Он должен взрастить грибы, подожди. Я включаю гриб. Включать? Да. Ты его должен вырастить. Етить. Бля, дай сейчас версий. Нормально. Я разбираюсь. Ай, блядь. Прилетел дом, но за то что он зацепился. Не! Я в стол влетел. Ай, блядь. Мы все об один стол, что ли? Да. Подопытных много. Да, вижу. Ну, допустим, ты. Не, непонятно. Короче, значит, смотрите. Я не понимаю, что она. Там 6 зарядов осталось. Где ты кинул? Кинул вот прямо тут передо мной. Чё? Красающая сила же, да? Да. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.